ха-ха-ха-ха, это местами даже смешнее, как он корячится. Спасибо, значит, посмотрим. А, опять? Это только другой трек, видимо, какой-то. Если что-то случится, значит, будем молиться. Город накрыло одеялом. Из холодной тучи и его не стало. Это да, ну, на людей, которые вообще ничего не понимают, для них это действует, когда человек-то там все, вот это вот поведение. Город за холодной тучей, и его не стало, на моей луне, это пиво во мне, да. То есть, естественно, такое думают, что, бля, нихера себе, вот это он... С душой. Это как раз типичный Мухтын и называет это с душой, как Фрущан какой-нибудь там. И вот это вот то же самое. Это такой же, как бы, вокальный Фрущан. Боли много или мало. Ой, да, ой. Было или было, да. Нам всем ее хватало. Вокалист, это человек-вокалист, знаете, да? Если что-то случится, значит, будем молиться. Будем-будем молиться. Мы дети из ада, нам солнца не надо. Слезами напьемся, смеемся. Смеемся! Не надо, и к вам, как награда, наш смех донесется из ада. Пепел! Пепел! Да, это вокалист. Это человек вокалист. Ну-ка, сейчас комментушки, конечно же. Конечно, комментушки, погнали. Для меня загадка. Как такой пронзительный вокалист остается последние 20 лет незамеченным небожителем эстрады? Артур, ты просто супер. Просто супер. Вживую поет просто огонь. Хоть загадай и поправился, но талант не растерял. Красавчик. Мурашки по коже. Отличный исполнитель. Такой голос. Нет такого второго голоса. Нет такого второго голоса. Ребята, вы подарили мне замечательное тоскливое юношество. Замечательную тоскливое юношество. Этот голос навсегда раздельно останется моим эталоном русской тоски 2000-х. Артур, супер. Любовная моя любовь. Прям ностальгия. Где мои 16 лет, где мой 2007-й. Да. Да. Ребята, вы лучшие. Я офигел. Артурка, спасибо. Вокал, космос, почти как Шоуа. Да, как Шоуа из Непары. Прям одинаковый. Можно даже подменять на концертах. Да, вот это, господа, вот это и есть Мухтыны. То есть вот это и есть такие персонажи. Просто это немножко другая, как бы, среда, типа там русский рок. А вот тоже приходит под нарезками. Именно такие персонажи. И начинают там томаты. А что там зубы? Томаты, Джейс, а что? А лучше поешь, да. То есть вот это они и есть. Вот это, сука, они и есть. То есть все как обычно. Второго такого точно. Такого нет. Да, это просто жесть.